Новые мусорные контейнеры ждут своего часа. Прибыли в наш город рядовыми, темно-зелеными. И вот всего за пару дней засияли улыбками. Видите, здесь изображение смайликов, да, если это нынешнее поколение. Для нас это как бы, для более, значит, таких возраст уже, которые более, это колобки, то есть сказочный персонаж. Это первый опыт, хотя, в принципе, контейнера муниципалитет закупает ежегодно, но такой опыт впервые. Реализовать задумку удалось с помощью творческой молодежи города. Так оригинально раскрасили мусорные контейнеры активисты. Сами разработали эскизы, причем так, что ни один рисунок не похож на другой. Это делается все для блага города, для наших людей. Хотелось бы призвать наших горожан бережно относиться к имуществу, потому что оно все-таки, ну, наше оно имущество в конце концов. Новые 44 контейнера придут на замену старым. Они украсят собой центральные улицы города, даря людям самые веселые и нежные улыбки. Вот еще один яркий пример неравнодушного отношения к городу. Помните, мы рассказывали, как молодежь разрисовывала въезд на улицу Ленина, когда безликий массивный кирпичный забор засиял всеми цветами радуги. А впереди еще ряд подобных акций. Одна из самых массовых запланирована в честь 70-летия со дня Великой Победы.